красный — это плохо? Да, плохо.
Может, просто все обсудим?
останетесь здесь, пока все не решится. Чудесная комната. Лучший вид в замке. Мы были настолько предсказуемы. Именно так, доктор. Сказать честно, мне жаль вас. Вы настолько одарены, но растрачиваете талант на проекты вроде неуправляемого питомца. А у Виктора есть цель. Смотрите и учитесь, потому что благодаря ему весь мир скоро изменится. Я надеюсь, что комната вам понравилась. Вы не выйдете из нее, пока не образумитесь и не начнете сотрудничать с Виктором, а не вредить ему. О, кстати, Лукас, вот, держи, в суматохе ты кое-что потерял.